Всем привет! Сегодня мы будем рисовать цветы по-мокрому. Для этого дизайна я уже перекрыла тип с белым гель-лаком. Берем силикон-гель от Patrice Nail и наносим очень тоненьким равномерным слоем. Обратите внимание, чтобы не образовывалось проплешин, иначе в дальнейшем наш гель-лак в этих местах растекаться не будет. Не просушиваем, берем тонкую кисть и макаем в цвет, и начинаем рисовать обычные розочки. В центре ставим запятую, и потом начинаем рисовать лепесточки. Берем каплю гель-лака и растягиваем в обе стороны. Делаю то же самое с противоположной стороны. И далее в шахматном порядке. Таким образом я заполняю весь ноготок. В данном дизайне у меня присутствуют две розочки. В такой же технике можно сделать одну большую розочку в центре или несколько маленьких. Нужно дать время гель-лаку немного растечься. Когда я довольна результатом и розочки уже растеклись, я сушу их в лампе. Покрываю топом. Сушим, и дизайн готов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таня БестНейл. Всем пока!